От корки до корки и даже между корок. Я готовил свое тело. Мой батман Тандю был самым тандюшным батманом. На фехтовании свой фетр я снимал грациознее всех. Я готовил свою душу. После моих этюдов мастер скуривал две пачки и начинал курить карандаши. Роман жизни моего персонажа был достоин пера Достоевского. Мои ролевые тетради исчислялись томами, количество которых не осилил бы сам Лев Николаевич Толстой. С репетициями в аудитории было покончено, и нас ждал первый выход на сцену. И хитро прищурившись, сказал режиссер: «Запомни, главный в театре – это актер». Я важен. Все слышали, я главный. Я вошел в театр, лечу на сцену с улыбкой умной лизы. Вчера я подглядел художника из Сизы. Я вообразил пространство, которому позавидовал Эвклид. Когда вышел на сцену, увидел, что там вообще ничего не стоит. Закралось сомнение, что премьера – праздник далеко не для всех. И главный в театре – это монтировочный цех. А кто-нибудь видел пассатижи? Малой, уходи отсюда. Я же говорил, на сцене дыра. Сцена поставлена, я готов начать. И тут режиссер начинает кричать. Вот и кому нужны твои тексты и чувства накал, когда ты на свою реплику в точку световую не попал? И тут я великую мудрость постиг. Главный в театре – это световик. Левее. Правее. Ля. Ля, встань. Прыгай. Прыгай! Да, все отлично, готово. Пять минут опускаем штанкет. Поговори мне тут еще.
еще. Фонит. 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 О, вот так хорошо. Он выпал из света. Опускаем штанкет. Подзвучен, подсвечен, в костюме, с ружьем. Стою наготове, когда же начнем? Но тут появилась красивая дама, увела режиссера, как Ева Адама. И я осознал жизни подлинный вектор, ведь был, есть и будет в жизни главным директор. Что так тут не будет? Мы с начальством не шутим. А будешь... Не надо. Настал день премьеры, все на своих местах. Свет, звук, декорации, даже рояль в кустах. Но вдруг по спине пробежал холодок. А где сидит мама? Готова ли сцена? Отвечет в программке? Разбила колено, где здесь аптечка? Платье, мама! Да это не важно, а где моя мама? Даст ли хоть кто-нибудь третий звонок? Разрулил ситуацию, как хороший навигатор. И я понял, что главный в театре администратор. Просто спасибо. Просто... Огромное человеческое спасибо. Да. Особенно самому Лёше. Это да. Премьера прошла. После бури оваций я грустно сижу посреди декораций. В буфете за тостом произносится тост. А я все решаю свой важный вопрос. Да кто главный в театре? И в это мгновенье по классике жанра снизошло озарение. Каким бы хорошим ты ни был артистом, но главное в театре – это единство. Да, главное. Да, где пассатижи? Да, я лапочку не забыл. Поговорим тут еще. Давайте мы с начальством не шутим.